Let's move ahead then. Verse, тогда будем дальше двигаться, стих. Let's read verse 6 of chapter 1. А шестой, первой главы. «Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение передо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое?» So God describes himself as Israel's father and master. Здесь Бог описывает себя как... Отца и господина Израиля. And there is much responsibility in Israel that goes with being a father. A father was responsible for a child's education. У отца есть очень много обязанностей по отношению к ребенку. Он, например, ответственен за его образование, for discipline, for за воспитание, craft. За подготовку и так далее. And so God has always dealt with Israel as a much-loved son. Бог всегда относился к Израилю как к сыну возлюбленному своему. And respect is due to any master. И кроме того, всякий господин достоин уважения. But God declares that he's not receiving the respect that is due him. Бог здесь говорит, что он здесь не видит уважения со стороны своего народа. And in fact, if we would think about the father-son relationship, кстати говоря, если мы будем рассматривать взаимоотношения отец-сын, children in Exodus 20 and the Ten Commandments are commanded to respect their parents. То дети в книге Исход, в десяти заповедях, которые там изложены, призываются любить своих родителей, уважать своих родителей. Ну, почитать, да, там написано. And God says that the priests of Malachi's day despise the name of God. А здесь написано, что священники во дни Малахии бесславили имя Господа. Now this is a striking rebuke. Это достаточно серьезный укор. Because the priests of Malachi's day were the heart and soul of the nation's spiritual life. Потому что священники в то время были сердцем и душою духовной жизни народа. The priests were all descendants of Levi. Они все были потомками Левия. They had no territory in Israel. Своей территории, своего удела в Израиле у них не было. But they were financially supported by all the other tribes. Но финансово, материально их поддерживали все другие колена. And the priests had the responsibility to discern the will of God. И на священниках лежала обязанность рассуждать о воле Божией. They instructed people from the law. Постигать эту волю, наставлять свой народ в законе. They offered sacrifices. Приносить жертвы. They guarded the sanctuary. Охранять святилище, храм. But throughout the nation's history, we can think of priests who didn't do that well. Но на протяжении истории Израиля можно вспомнить, что были такие священники, которые не выполняли должным образом свои обязанности. There were a few really good priests. Было несколько действительно хороших, благочестивых священников. But can you think of examples of priests? А вы можете теперь привести Jewish priests who примеры еврейских священников, которые не исполняли надлежащим образом свои обязанности? Дети или? Как? Дети или? The children of Elijah. Of Eli. Mm-hmm. Oh, yes, Eli, yes. I'm mm-hmm. sorry. Yes, very good. Anyone else? Дети Авраама, это сам первого священника. Children of the first priest. Первосвященника, Надав и Авиуд. Yes, very good, thank you. In the New Testament? В Новом Завете. Во времена Иисуса Христа. Ну, кто? А кто? Кто там? Каифа. Каифас. Каифа. Yes. Even Aaron. Даже Аарон. Who made the golden calf. Под руководством которого был отлит золотой тельце. So the priesthood has a long history of moral failure. Следовательно, мы видим, что некоторые священники на протяжении истории Израиля проявляли свою несостоятельность, оказывались несостоятельными и уводили народ от прямых путей. Now listen to verse 7. А теперь давайте послушаем седьмой стих. For the specific charge against the priests of Malachi's day. Здесь высказывается конкретный укор священникам в дни Малахии. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Was that just verse 7? Mm-hmm. Okay. The altar in view is the sacrificial altar in the temple. Итак, здесь в центре внимания жертвенник в храме. And they are corrupting the temple by their sacrifices. И они приносят нечистый хлеб, тем самым
тем славам без славы жертвенника. Now you remember the first question the Jews asked God in this make-believe conversation. А помните вот в этом воображаемом разговоре какой вопрос первый задали евреи Богу? How have you loved us? В чем явил ты любовь к нам? As if God didn't love them. Как будто бы Бог их не любил. Now they ask another question. Теперь они задают другой вопрос. How have we defiled your altar? Чем мы бесславим твой жертвенник? Чем мы бесславим тебя? And the thought is, surely we haven't defiled your altar. И за этим стоит такая мысль. Конечно же, мы не бесславим твой жертвенник. Listen to verse 8 to see what they did. Смотрите, в 8 стихе написано, что они делали. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой? Благословно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. So here's how sacrifices were offered in the days of Malachi. Вот смотрите, какие жертвы приносили в дни Малахии. You or I would be an ordinary Jew who would want to make sacrifice to God. И вот в чем состоял ритуал. Мы с вами обычные евреи, которые приносят жертву Богу. We would bring an animal and give it to the priest. Вот мы приводим животное и отдаем его священнику. And maybe we didn't know any better. Mm-hmm. And brought an animal that had a slight deformity. Mm-hmm. Может быть, мы hadn't know any better, like you. We didn't know that it was supposed to be a good really good animal. И, возможно, мы с вами не знаем, что это должно быть животное без порока, и приводим какое-нибудь животное, ну... The priest should have sent us home and told us to go get a better animal. С каким-то пороком священник что должен был? Посмотреть на животное, осмотреть его и отослать нас домой, чтобы мы привели другое животное без порока. But instead, the priest would accept that animal and sacrifice it. Но в дни Малахии... Священники принимали таких животных и приносили их на жертвенник. Or the priest would be offering his own sacrifice. Или священники приносили свои жертвы. And he would take out of his flocks the weakest. И из своих стад они брали самых слабых животных. The animal with the blind eye. Слепых, например. Or the crippled leg. Или хромых. And would sacrifice that animal. To God. И приносили в жертву Богу именно такое животное. And by doing this, God says, "You're defiling my altar." И вот когда они так поступали, Бог говорит: "Вы бесславите меня, вы бесславите мой жертвенник." And He says, "Try offering that kind of a sacrifice or giving that kind of a gift to your governor." А потом он говорит: "Поднеси это твоему князю." When Nehemiah comes back to town, give him that. Вот когда Неемия вернется, поднеси ему такое животное и посмотрим, будет ли он доволен. Any old thing is good enough for God. И тогда они думали, исходили примерно из следующих соображений: да все Богу пойдет. And that is why God says they're guilty. Именно поэтому Бог обвиняет их в этом преступлении. God's attitude toward this is seen in verses 9 and 10. В 9 и 10 стихах мы читаем об отношении к этому Бога. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Rather than keep up this sham of sacrifice, God would prefer that they just stop offering sacrifices altogether. Вместо того, чтобы приносить вот эти бесславные жертвы Богу, Бог говорит: вообще лучше не держите огня на жертвеннике вашем. Наташа. И не надо вообще приносить жертвы. У нас на Украине є замечательна така пословиця. There is a great saying in the Ukraine. На тобі Боже, що мені не гоже. У нас теж такое есть. Well, I try to translate it in the best way, but God, take something that I don't like, you know. Perfect. That is exactly what's going on here. Так що, мені кажеться, таке отношення к Богу, оно тебе, Боже, що мені не гоже. Від хазаветної времени. I think this characterizes the attitude of the Jews, but it's still pretty much the same nowadays. And that's great to see the tie-in between the 5th century BC and 2008. Знаєте, всякий раз испытываешь, ну, определенное чувство, когда видишь параллель между ветхозаветными временами и современностью. So God is tired of this kind of treatment by the Jews. Итак, Бог устал от такого отношения к нему евреев. Especially by the priests. Особенно священников. And then he looks forward to a day when that will not happen. И с нетерпением ждет того дня, когда этого уже не будет. But he will be worshipped in truth. Но ему будут поклоняться в истине. Verse 11. 11 стих. Ибо от востока солнце до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. Now, that is a picture of the ideal, perfect
worship of God. Вот это картина идеального, and that's the vision for the future. Совершенного поклонения Богу, и это видение будущего. But Malachi moves us back into the real situation. Малахия возвращает нас к текущим обстоятельствам. In verses 12 and 13. К текущей обстановке в 12-13 стихах. «А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь?» Now you notice their attitude about worship. Обратите внимание на их отношение к поклонению. It is so tiring. Вот сколько труда. Oh, we're just so bored with worship, Lord. А Боже, мы так нам так наскучило поклоняться. As you read this passage, can you think about something in your life that bores you? Вот когда вы читаете этот отрывок, вы можете спроецировать эту мысль как-то на свою жизнь и найти что-то, что докучает вам. Something that is so tedious. Ну, вы устали от этого, вам это трудно. Like when I'm sitting down reading a book that I really don't enjoy that much. А вот я сижу и читаю книгу, которая мне, в общем-то, и не нравится. С обременённым чего-то, да? Like a burden. Yes, it's just, And that's the people's attitude toward worship. И вот смотрите, вот с таким отношением люди поклоняются Богу. God says that is no attitude to have towards me. Бог говорит, да разве можно ко мне так относиться? Given all that I've done for you, учитывая все, что я сделал для вас, how much love I've shown, how much grace I've poured out, учитывая то, насколько много благодати я излил на вас и на милость, которую я являю вам, and for someone who brings a sacrifice that's not worthy of God, и если кто-то приносит жертву, которая недостойна Бога, he views that kind of a sacrifice as actually cheating him. То Бог рассматривает эту жертву так, как будто его обкрадывают. Обкрадывают той славой, которой он достоин, благодаря тем качествам, которыми он обладает. So we see, you know, once again in minor prophets, и опять-таки в малых пророках мы видим, we get this marvelous picture of how exalted and praiseworthy God is. Вот эту чудесную картину, насколько возвеличен и насколько достоин славы наш Господь. В 14 стихе. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now God speaks to the priests in chapter 2, verse 1. В первом стихе второй главы Бог обращается к священникам. Итак, для вас, священники, это заповедь. Did you read it? Uh-huh. Okay. The first. Okay. He wants to get the priest's attention. Он хочет привлечь к себе внимание священников. And there are a number of ways of getting people's attention. Существует несколько способов привлечения внимания. Можно шептать, например. If I whisper, если я буду говорить шепотом, то привлеку этим ваше внимание. Or I can shout. Или можно кричать. And that gets your attention too. И это привлекает внимание тоже. What do you think Malachi does here? Как вы думаете, Малахия здесь как поступает? Кричал. Shouted. Okay, so let's say he shouted this. Да. And this is interesting because he's giving commandment to the priests. А здесь он кричит, потому что он дает заповедь священникам. The priests are the ones who are to give commandments. Священники должны давать заповеди. Now he's turning it around and he is going to command them. А он все переворачивает и сам дает им заповедь. All the things they should have been doing. Все, что они должны были делать. Sacrificing spotless animals. Приносить жертву чистых животных. Judging righteously. Совершать правосудие. Наставлять людей в путях Божьих. Interceding for the people before God. Ходатайствовать за людей перед Богом. They're not doing any of that. Ничего из этого они не делали. So verses 2 and 3. Итак, 2-3 стихи. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. They are guilty. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросит вас вместе с ним. So they are guilty of two sins. Итак, здесь они обвиняются в двух грехах. One, they're guilty of not listening to the Lord. А с одной стороны, они не слушают Бога. And two, they don't give honor to God's name.
И второе, не воздают честь имени Господню. So they will be given two judgments for those two sins. И за это они за это их накажут. One, their blessings will no longer be effective. Они понесут два наказания. Первое, Бог проклянет их благословение. And two, there will be a crop failure throughout the land. То есть два наказания. Пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. Вот во втором стихе они записаны. And then, when he says at the end of verse 3, и в конце третьего стиха, put yourself in the position of Jews who are living in Jerusalem now. Вот представьте себе, что вы священник, который живет в Иерусалиме. And then think about the recent history of the nation of Israel. И вспомните недавний период истории народа израильского. And God says, I will take you away. И Бог говорит, я отниму у вас плечо. What would come to your mind when he threatens to take you away? И выбросит вас вместе с ним. Когда вы читаете эти стихи, что приходит вам на ум? God. God is depriving them of the sacrificial gift, the part that they. Okay. That could be a part of it. Да, возможно. But when did God take the people away? Отделяет их он от себя просто. Take away is the last part of verse 3, right? Yes. Вот выбросит вас вместе с ним. Вот выбросит. Когда Бог выбрасывает? Think of the Babylonian captivity. Вспомните вавилонское пленение. I'm going to take you away again. Я, ну, как бы выбросит вас или я удалю вас, другими словами. What a terrible threat. Это ужасная угроза. Here's people who had already been taken away. I'll take you away again, God says. Вот смотрите, люди уже были удалены, да, их отвели в вавилонское пленение. Они только что из него вернулись, а Бог говорит, и выбросят вас, то есть удалят вас снова. And then right что может that, быть хуже? До этого there's a very grotesque picture. Рисуется нам такая гротесковая картина. It's very strong language. Очень сильные выражения, высказывания. Of God taking the waste material from the sacrifices. Когда Бог возьмет помет от жертвенных животных. And spreading that all over the priests' faces. И раскидает на лица священников. Disgusting. Отвратительно, не так. But he will shame the priests, но он устыдит священников. And he threatens to take them away. И дальше помет праздничных жертв ваших, да, вот раскидая на лица ваши, и выбросит вас вместе с ним. So this is another call. То есть выбросит или удалят, да, вот как в английском языке написано. He is calling the priests back to fidelity to himself. Итак, Бог призывает священников к верности себе. In verses 4 and 5, в 4 и 5 стихах. We have a reference to what the tribe of Levi is really to be about. Содержится указание на то, каким должно быть на самом деле племя левитов. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал ему, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел перед именем моим. Now, when he mentions Levi in verse 4, I think he's talking about the whole tribe, not just the упоминание, man Levi. Упоминание Левия в четвертом стихе как бы распространяется на всех левитов. Это относится не только к самому Левию. But then he makes reference to a particular Levite in verse 5. А в пятом стихе он называет конкретного левита. And almost all the Bible commentaries I have checked on this. И практически все толкователи, комментаторы Библии believe that Malachi is referencing one priest in particular. Полагают, что Малахия упоминает конкретного священника. And that would be Phineas. Phineas. Numbers chapter 25. Числа 25 глава. Сейчас посмотрим. Стихи с 6 по 16. Сейчас секундочку. Финиес, сын Елизара, сына Аарона, священника. This is a priest who showed great zeal for the Lord. Это священник, который проявлял усердие и рвение по Богу. A plague had broken out from God because of the people's sin. Из-за грехов Бог послал народу бедствие. And Phineas became aware of. А Финиес узнал. An Israelite man and a Midianite woman. Израильтянине и мадианитянке. And he found them in their tent. Нашел их в в жилище их. Да.
He found them in their tent and he put them to death. И поразил их. And by doing that, he stopped the plague from God against the people. И таким образом он остановил вот эти бедствия, которые Бог наслал на народ. And in by that act, и вот этим самым, God made the specific family of Phinehas priests forever. Бог сделал Финиеса и его потомков священниками. And Phinehas showed zeal for God. Он проявлял усердие по Богу. A heart for God. Сердце его горело о Боге. All the things that the priests of Malachi's day did not have. То есть он обладал всеми теми качествами, которыми не обладали священники в дни Малахии. They have personally left the righteous way themselves. Они и сами отвратились от путей праведных. And they have led others away from the righteous way. И других людей увели. They don't live up to the standards of their ancestors. Они не жили так, как жили их предки. And so God will abase them. Mm-hmm. And all because they are showing partiality in their instruction. И Бог наказывает их за то, что наставления их не объективны. Verses 8 and 9. В 8 и 9 стихе. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона». Now that is the end of the second message of the book of Malachi. Вот это конец второго послания в книге Малахии. And all that we've seen from chapter 1, verse 6 up to this point. И все, о чем мы с вами прочитали, is a specific rebuke of the priests. In chapter what? Chapter 1, verse 6 until chapter 2, 9. С 6 стиха первой главы до конца второй главы это укор Бога священникам. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.